Всем привет, ребята! И мы заметили, что в Китти вышло обновление, секретная концовка. Поэтому мы с Ульяной, Евой и Ланой решили ее пройти. Привет! 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 Ну что, давайте попробуем? Да-да, давайте, поехали. Так, и играть мы будем... я так понимаю, что... О, Ева и Ульяна, вы одинаковые мышки! Да! Так, давайте... Ну что, бота игрока? А что за пати? Игрока, давайте выберем игрока. Мне кажется, что слишком сложно пати. Это Ева, мы тут в башню ада играли. О да, было классно. А меня не позвали. Это ты сама сказала, что не можешь, так что не надо. Ну ладно. Так, ботом выбрали Ульяну, поэтому одинаковые скины девочек мы не увидим. О. Ну ничего страшного. Зато я буду бегать, она беленькая. Ой, а мне дали бейдж. Ой. Я сказала ботом, котом. Мы, кстати, тут смотрим заставку, но мы с Ёшей ее уже видели, когда проходили эту главу, поэтому я думаю, что попробуем сразу открывать. А я все еще смотрю. Ну, ты смотри, тебе полезно. Я уже бегаю, открываю. Ого, мышь толкнула кота. Ёж, у тебя новый скин? Да, я коробочка. Мне даже интересно, я решила не досматривать. Ой, а что это? Ой, я тут взяла какую-то несообразную штуку. Короче, я не знаю, что это. Ладно, назад. Что, назад? А у вот, меня назад. Отмычка. А, ну хорошо. Вот ты там открой тоже. Ой, ребята. Да, Ева, ты где? Я вот, что вот это за штука такая? Цифра 2. А, это цифра 2. Я смотрю, как вот змея какая-то, что-то не понятно. Коробочка, слушай, как классно. Да, я коробочка. А как тебе я, белая мышь? Ой, интересно. А где там Ульяна? А, вот, нашла, привет. Ой, привет. Скажите, пожалуйста, у меня есть тут... Ой, а как это ты ходишь? Что у тебя есть? Ну, что-нибудь. У меня, я просто лица даже не вижу своего. У меня нету какой-то биты или что-то такого, да. Ты кот, и ты не сможешь нас поймать, если не нажмешь. Поэтому мы тебя очень просим, не нажимай, а так пойдем бегать вместе. Ну ладно. Так, ладно, пойдем, открывай отмычкой вот ту самую крайнюю дверь. О, цифра 3. Да, а я пипетку нашла. Так, давай дверь открывай, пипетка. Сейчас пипетку поставлю, все открою. Давай, я жду тебя. Жду тебя с бензином, тут стою, давай. А я цифры взяла. Так, какую цифру? Кто взял цифру? А какую цифру? Пипетка открывай. Давай скорее. Ой, Ульяна легла поспать. А почему? Ульяна так захотела? Не знаю. Ну, котик иногда спит. Ура. Все, Ёша, успокойся, не прыгай. Давай, пойдем, все хорошо. А куда цифры? Не знаю, мы, кстати, цифры здесь не видели. Да, Ёша, это что-то новенькое. О, да. О, красный ключ. А, кстати, я видел там синий, ты видела синий ключ? Обалдеть, тут предметов. Слушайте, какая большая карта. Очень. Да. И нам нужно успеть все это, что ты кричишь. Да не бойся, я тебя не буду трогать. Не знаю, мне страшно вообще. Если что, у меня есть отмычка, но давайте я ее положу рядом с камерой, чтобы кто-то мог легко открыть. Если вдруг нас Ульяна решит поймать. Ой, а вот смотрите, тут еще вот эти кнопочки нажимаются. Какие кнопочки? Ой, ты такой смешной. Это я, это коробочка, это я. Я думала, это уши по бокам, но оказывается нет, это скотч, наверное. Это ручки. А я нашла такую штучку. Ой, Ёша, ты говорил, что ты видел где-то синий ключ, или ты видел синюю дверь? Да, вот я сейчас уже бегу за ним. Я могу попрыгать, но я думаю, ты меня и так заметишь, что я нашла синюю дверь. Ой, возьмите на всякий случай вот эту штуку, я не уверен, конечно, что она еще понадобится, но... Ну, ладно. Да. Так, очень много предметов, вообще непонятно, что здесь делать. Куда идти? Да. Так, Ёша, тут еще какая-то штучка, по-моему, которую ты несешь или нет, нужна в другом домике. Сейчас принесу, сначала открою синюю дверь. Ага. Ого, где синяя дверь находится? Так, у меня их две этих штуки. Так, туда, куда, где ты, да? Да. А, подожди, или вот тут тоже что-то? А, вот туда одну, да, а потом в другую. Так, давай, кидай. О! Пипетка! Я забрала. А, пипетку отжали пипетку. Так, а вторая где? А это что, это ракета или что это? Розовенькая. Ну, по идее ракета. А-а-а. Ну, да, возможно, это фейерверк, возможно, еще что-то. Я не знаю, мы тут поджигаем, поэтому... Так, ну я-то, наверное, пособираю. Так, еще одну пипетку взял. Оу! Ой, тут есть бассейн.
Без воды. Да, мы его уже опустошили. А, понятно. Ульяне, наверное, очень грустно играть. Да. Да. Так, а у кого лом? Подождите. У меня, я бегу, куда идти? Пойдем, я там видела еще одну штуку, которую нужно ломом разломать за домом. Какая-то новая локация, не знаю, что это. Пойдем. Иду. Так, ну у нас остается 4 минуты. Ёша, как думаешь, мы успеем? Ох, не знаю. Ёши, мы нашли какое-то растение. А, какое? А, вот, его надо было в несколько мест принести, его надо было посадить. Ой, я испугалась. Я тоже. Смотри, Ёша. Пойдем. Куда ты идешь? Где ты? Ой, я нашла зажигалку. О, бери обязательно, неси ее сюда. Да, зажигалка в центре. Несу. А вот, смотри, ладно, вот сюда. Вот сюда. Смотри! Вау. Что? Подождите, а у меня ракета уже улетела. А там еще чего-то не хватало. Да, вон она. Круто. Чего-то же не хватало. Нет, в ракете все хватало. Красиво, конечно. Нет, да? для ракеты всего. Так, и мы выпустили Пигги, Банни и Джорджа. Ого. И еще кого-то. Так, я еще нашла ключ. Какой? Какой-то золотой. Золотой? По-моему, он используется в доме. Да. А, да. Так, надо быстрее бежать. Кстати, мне так нравится, как они там в рядочек так встали, эти свинюшки наши. Так, а что делать вот в этом новом доме? А, Ёша, мы уже там все уже... Так, здесь пульт, но мы пока что его не берем. Ёша, если мы возьмем пульт, мы уйдем. Желтый ключ нужен на втором этаже. Так, нет, тут не ключ нужен, тут нужен какой-то топор. А, так, смотрите, а вот тут что-то желтенькое, или это оранжевое? А, это оранжевое. Это другое. Так, я думаю, нам пора поторопиться. Да. А вот эта вот семейка, что они делают? Просто стоят. А, да? Ну ладно. Тут еще нужно какое-то растение, ребят. Да, я помню, но я не видел его. Мне казалось, его туда же надо. Ну нет, его не получится взять в двух местах. Хм. А, нет, смотрите. В одно место, а потом в другое. Все, я принесу. Ты можешь его выкопать? Нет, я принесу. Это растение выросло! Да! Обалдеть! Вот это круто! Ой, зажигалка пришла на свое место. Так, может быть, оно нам даст оранжевый ключ? Или что-нибудь еще классное. Так, ищите двойку. Двойку? Я там все скидывала. Тут пример. Пример? Да, нужно найти двойку. У кого цифры? Тут в центре было все скинуто. Ну да, где? Куда кто все переложил? Кто-то бегал с цифрами, я же видела. Вот, похоже, вот двойка. Давай! Тащи ее! Так, отлично. Я надеюсь, что мы все-таки успеем. Ну, давай, осталась минутка. Ну, чуть больше. Ой, а тут был желтый ключ, и он у меня на глазах прям исчез. Его кто-то забрал или как? Это предметы возвращаются, когда их выкинут. О, Ёши, смотри, ключ! Оранжевый, отлично, пойдем. Побежали. Он в доме. А его сюда, вот сюда. Ева, только, пожалуйста, не используй пульт пока что. Не, я его выбросила. Я его подняла, потом увидела, что это пульт, и выбросила. А вот пульт, возьмите на всякий случай. Да, я возьму, потому что он как бы еще нужен. И это что такое? Ой, я знаю. Я знаю, пойдемте. Это нужно собрать топор. Воу. У нас минута осталась. Мы успеем? Я очень-очень тороплюсь. Я не знаю, но мы постараемся. Вот здесь, вот сюда, вот кидаем и... Топор. А что дальше? Куда дальше? Пойдем, топор в доме используется на втором этаже, Ёши. О, скорее. Но вам тогда нужен желтый ключ. Еще понадобится, я возьму. Не, а это оранжевый, а вам нужен желтый, наверное. А желтый где был? Нет, желтый там вроде уже использовали. Ёши, беги быстрее, да? Нет. Ну ладно. Я бегу изо всех сил. Я не знаю, успеем мы или нет. Я взяла желтый. Правильно, тут желтый нужен. Ну, желтый. Нет, стоп. Все, голова Пигги? Что? Ёши, что это? Ты голова Пигги, мы уходим с ней? Ну, я не знаю, давай попробуем. А, у нас 9 секунд. 7 секунд. Скорей. Так. Ну, нажимай. Да я нажимаю. О-хо! Что? Нет. Мы не успели. А-а-а! Но, по-моему, голова Пигги не там используется. Ой, посмотрите, Лана голубой кот. Да, мы решили переиграть все-таки, чтобы получить секретную концовку. Так что, ребят, давайте не тормозите, открывайте, а я буду просто гурить.
Вот это да, вот это нечестно, конечно, да. Согласна. Ёша, ты пропустил начало? Ой, ой, Лана, не трожь. Ты не бойся меня. Я теперь без глаза, представляете? Ого. Какой ужас. Да. Так, Ульяна уже схватила двойку, по-моему, да? Да, взяла двойку. Так, не бери двойку, давай я буду ходить с тобой и говорить, что тебе нужно брать. Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Пойдем, пойдем со мной, Ульяна, бросай двойку, бросай, она пока не нужна. Так, смотри. А как ее бросить-то? На Q. На Q? Да. А, все, готово. Все, теперь идемте со мной, смотрите, вот там вот есть отмычка, скорее, и пипетка, кто-нибудь одна берет пипетку, ой, Ёшка уже берет пипетку, кто-нибудь берет отмычку, кто-нибудь берет зажигалку. Я взяла отмычку. Угу. Так, отмычка нужна впереди, кто с отмычкой? Я, где впереди? Вот ты меня видишь вообще? Куда ты пошла с отмычкой? А, я за Ёшей побежала, я думала, Ёша меня приведет. Ульяна, беги за Ёшей, вон туда к пипетке, там взрывай. А, да-да-да. Надо поджечь. А, Ева, вот здесь открываешь. Ага, отходи, я боюсь пойдем, тебя. Пойдем, Ульяна. Да не бойся, я не стукну тебя. Смотри, теперь берешь вот здесь вот эту черную штуку. Вот тут. Пойдем со мной. Пойдем дальше. Да, я знаю, куда идти, Миёша показывал. Да, а еще тебе нужно будет использовать отмычку еще в другом месте. Вот там дальше хорошо. Сразу пойдешь и используешь. Так, а ломик, ломик никто не видел? Ломик нет, я тоже ищу. Ребят, ребят, я нашла лом, я прыгаю около лома. Оу. Около бассейна. Так, я вижу тебя. Так, иду. Иду, все идут. Так, кто с отмычкой, тоже сюда идите, все сюда идут. А где лом? Кто с отмычкой идет открывать вот эту дверь, лом вот тут, да. Взяла. Ой, я уснула. Ничего страшного. И там еще есть какая-то штука. Вы ее взяли? Рядом с ломом лежала еще эта штучка. Нет, я взяла только лом. Ладно, ты тогда открывай. Так, нет, не возвращайся. Пойдем. Так, вот туда тебе прямо. И я сейчас покажу, что нужно открывать лома. По-моему, это первый раз в истории, когда кот помогает мышам сбежать и открыть секретную концовку. Да, это точно. Так, нет, Ульян, еще два места нужно открыть. Пойдем. Ева, откроешь? А как? Она закрыта? Она не открывается. Я думал, это открывается с помощью все-таки этой отмычки. Да, ну давай попробуем. Нет, я так думал. О, что это за палка такая? Лана, стой, что это за палка? А, эту палку бери и неси вот туда, там поле. Хватай ее и неси. Не, у меня еще дела есть свои. Ладно, хорошо, я потом покажу, куда палку. Так, Ульяна правильно идет. Отлично, правильно, все верно. Вот. Я взяла палку, а куда идти? А, там такое место, как будто для пикника, но вроде как и не для пикника, не знаю. Так, Ульяна, хватай вот этот росточек. Ага. Отлично, пойдем. Я тебе покажу, куда его посадить. А палку-то куда? Пойдем, вон где Ёши, там вот туда палку. Пойдем, я все сейчас всем покажу. Вижу, Ёша. Пойдем. Так, Ева, прямо и направо, Ульяна за мной. Так смешно. Так, и где? Вот. Так, вот сюда, Ульяна, сажай, молодец. Увидела. Теперь пойдем со мной. Ага. А, вы не утопили, да, ничего там, не убрали воду? Сейчас, я уже несу. А что надо было? Я несу уже. А голубой ключик взяли, открыли? Нет. Нет, это в том здании, самом левом. Так, Ульяна, Ева, кто-нибудь, пойдемте со мной. Я бегу. Ты берешь голубой ключик? Я не знаю, я еще бегу просто. Вот туда, правильно, там голубой ключ, бери. О, я возьму красный. Ну и ладно. Да, ну или Ёша, кто-нибудь из вас возьмет, в общем. Я уже возьму. Так, а можно же ведь уже брать циферки, чтобы посчитать примерчик? Ну, пока еще неизвестно, какой будет примерчик. А его нужно узнать как-то, да? Да. Ой, вот красненькая штучка лежит в центре, ребят. Хватайте. А я только что выкинула. А, ты выкинула ее? Да, потому что не знала, куда ее применить, и поняла, что вам виднее. А когда вырастет растение? Что? Растение? Не знаю. Хватайте все, что есть. Так, тут зелененькая штучка у меня. Ой, зелененькая нужна. Ёша, куда? А вот, смотри, вот рядышком. Вот в этом здании, вот тут. Красненькая тоже нужна. Кто-нибудь, подойдите сюда. Я иду, ладно. Давай, хватай ее, а то она исчезнет, мы ее потом не найдем никогда. Взяла. Так, отлично, пойдем. Смотри, она используется в одном из зданий, либо вот в этом можешь проходить сюда. Нет, не в этом, пойдем в другое здание. Ёша уже несет какую-то редьку. Какую редьку? Так, подожди. Не знаю, вот сюда, Ульян, здесь? Ой, идеально, пример. Хватай пипетку. Так, отлично, оранжевый ключ есть. Отлично, так, а мы сейчас вот эту вот ракету отправим. Ева, открыла синюю дверь или нет? Да, открыла, я же все. Да, давно уже открыла. Положила, вот уже ракета улетела. Ага. Так, сейчас откроется домик, вон, видите, девчонки, где свиньи, идите к ним и забирайте у
них какие-нибудь предметы там должны лежать. Так, ой, желтый ключ, я пойду наверх. Отлично. Так, а у меня какой-то странный ключ, это что, это наверху? Ёша, это со мной, пойдем. Покажу, ты сейчас сделаешь классную штуку такую шикарную, пойдем. Это вот сюда. На втором этаже ничего нет. А, по-моему, это в какой-то комнатке. Урьян, там, по-моему, на первом этаже, а не на втором этот сейф находится. Ну, да. Какой сейф? Ну, там сейф, который нужно Ульяне открыть ее ключом. Желтым? Да. У меня никаким. Ева забрала ключ желтый, а я пошла наверх. Ева? Я уже открыла. А, уже открыла? Тут пультик. А, все, понятно. Тогда, пока я его не использую, пусть он у тебя будет. Так, голова Пигги. Ага. Обалдеть! Шикарно! Вот только теперь самое интересное, куда ее нужно деть? Ёша ее за ухо держит. За ухо? Может быть, отдать Пигги? Пигги? Может быть. Давайте попробуем дать ее Пигги. Пигги, хочешь голову? Пигги. Не хочет. Не хочет. Так. Может, маленький хочет, а ты? Нет, тоже не хочет. А что делать? Не знаю. Может быть, тогда нужно с ней избежать? Возможно. Ну, пойдемте попробуем. По-моему, мы в прошлый раз не успели, поэтому... Ёша, а ты можешь попрыгать, чтобы она перестала нос об землю есть? Так, а уже больше точно нечего делать? Да, вроде нечего. Так, ну давай, я надеюсь, что это... Вы уверены? Не знаю. А где Ульяна? Подождите. Ульяна, иди к нам. Я здесь, я ищу что-то. Больше нечего, мы все предметы положили. Пигги брать свою голову не хочет. Я уснула, поэтому давайте. Ну что, Ёши, давай. И, кстати, у вас тогда заставочка должна отличаться от заставки Ёши, потому что у него голова. Так, ну ладно, давайте. Я уже ушла. Давно. Да, секретная концовка написана. У меня бейдж. Ух ты, шикарно. Ну рассказывай, что там происходит, потому что мы не видим. Так, кот заходит. У меня телек не работает. Кот заходит. Какие-то зеленые камеры. Направлены на... повсюду направлены. Моя мышка-коробочка куда-то полетела, непонятно ничего, они не разговаривают. Так, котик, котик что-то сидит такой, смеется и теперь бежит за мышкой. Так, и что будет? Ну, мышка разговаривает с Пигги. И кот смеется. А Пигги ушла грустная. Так, а кот опять гоняется за мной. Ну, все по классике, все как надо. Ну, это здорово. А, и все, и мы сбегаем. Вы сбегаете, и все? Да. Ну, получается, кот обидел Пигги. О, кот вернулся что-то. А куда ты вернулся? А, он вернулся опять посмеяться. О, наглый кот. Ах ты, плохая котина. И Пенни говорит то, что она отомстит коту. А что, она с битой? Что? Она с битой. Она кинула в него биту. Ого. Ничего себе. Ой, и я пришел назад в своем костюмчике. Просто потоптался по коту и отнес его в что-то темное. Просто в темное место. Обалдеть. Интересно. Ну, мы обязательно посмотрим, как это выглядело в видео. Но твой пересказ тоже очень классный. Так, а теперь робот. Ну, это вроде мы все видели, да? Ну, то есть, новое в секретной концовке — это только Пенни с битой. Да. Ну, круто. Да, а это мы все видели. Поэтому, да, классно, что мы прошли на секретную концовку. Миссия выполнена. Да, здорово. Ну, мы, получается, в первый раз тоже практически прошли. Чуть-чуть не успели. Да. Да, а на этом, я думаю, мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчики нажимайте. И всем пока. 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 Пока.